Всем привет! У микрофона Вели, ребятушки, смотрел активность по роликам. Боже мой, что вы делаете? Поэтому новая рубрика. Я играю в матчмейкинг сейчас. И за каждую смерть я буду покупать новый брилкопак. Хэллоуинский брилкопак называется «За каждую смерть». А он стоит по 500 голды, ребята. Ля, я сейчас, конечно, бомжом опять стану просто безумно бомжом. Потрачу все свои бабки, блин. А вы не забываем, ставим лайки. Подписываемся на канал с колокольчиком, пишем комментарии. Со мной сегодня Рома Гриц, кстати, в пати, ё-моё. Вот, все, нельзя умирать, иначе буду тратить дофига бабок. Сразу полетели. И сразу сейчас попробуем сделать красивые килтосы. Так, ага. Приветик, родной. Если лучшие кейсы, тот же G-Standoff. Ведь это самый первый сайт, который добавил кейсы со скинами 0.14.0. Перчатки, наклейки, брилки, все это на GG-стендов с 50% скидкой. Выгоднее ты нигде не найдешь. По многочисленным просьбам на GG-стендов можно авторизоваться не только через ВК, но и через Steam и Google почту, чтобы самый лучший дроп был доступен всем. Также GG-стендов славится самым щедрым бесплатным барабаном бонусов, где можно получить ножи и халявные кейсы. А по моему промокоду покрутить барабан бонусов можно целых 2 раза. Заходи и забирай свои ножи и арканы. Здесь это выгодно и очень просто. Советую посетить раздел «Бонусы», чтобы забрать свою халяву. И не забудь про мой промокод. Используя его, ты можешь увеличить свой баланс. Вперед за ножами и арканами на GG-стендов по ссылке в описании. GG-стендов проводит нереальный розыгрыш 200 тысяч голды в своей группе ВК. Участвуй и выигрывай по ссылке в описании. Справа. Сзади! Что? Боже мой! Кстати, напомню, там против нас играет чел из Street 8. Короче, ну сразу, пойдем покупать брилкопак, открывать его. Боже мой! Сколько я же бабок сейчас буду тратить? Итак, полетели покупать первый брилкопак. Заходим в акцию и смотрим. Да, 500 голды, да, купить. Все, купил, прекрасно. Открываю, смотрим, что мне сейчас выпадет. Если выпадет аркан, это, конечно, будет самый лучший видос на планете. Арканочка прилетел. Нет! Нет! Минус 500 голды. Да за что мне эти черепа? Боже мой! Ладно, смотрим, что же дальше. Окей, второй раунд. Мы просрали, значит, раунд. Значит, я беру сейчас Tech-9 с броней, что все покрасить. Так, ну все, здесь, мне кажется, нужно играть аккуратно, потому что, опять же говорю, я могу здесь умереть, я не знаю, раз 10, а это минус 5000 голды, понимаете? Все, аккуратно, максимально аккуратно играем, потому что, ну, ГГВП. У меня баланс так-то, ну, не сильно большой на такие приколюхи. Ребятушки, я надеюсь, вы ставите уже кучу лайков, потому что, как бы, ну, вы сами знаете, лайки — это везение. Лайки — это прям очень сильно везение. Так, есть возле Тёмки парень. Ай-яй-яй. О, боже мой. О, нет. Все, сразу минус Тима. Сразу минус Тима, чуваки. Не, ну я опять... Да, забрал. Все, последний. Забираю его. Найс. Надо бомбу поставить. Быстро бомбу ставим. Не успею. Так, у меня бомба. Думаю, также на Б пойдем аккуратно. Прострельщиков нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас сзади смотрят челики. Нет, ничего не смотрят, конечно. Сейчас сзади чел вылетит, нас всех заберет, ё-мо. Так, сзади, мидл! Минус 2 забрал! Нормально. Живем. Последний, где-то последний есть. Понял. Хорош, лучшие! Итак, еще один раунд за нами. О, найс! Вак в чат. И в комментарии, и в чат. Везде вак, пацаны. Найс! Дробовиком бегал, мужик! Не получится. Опа, грена. Бывает. Прокидка. Видел противника. Забрал! Найс! И в ребрах! Забрал еще одного! Боже мой! Тащим! 1-3. Мы выигрываем. Прекрасно, более выиграем. По мани-менеджменту все супер. У противника все очень плохо. Как и, блин, со слепыми очень плохо у меня, у моих тиммейтов вообще. Опа, молодой. Опа, молодой, хорош. Отлично, чуваки, мы просто машины. Сколько у меня? 8-1, боже мой, я просто тащу. Неимоверно. Чуваки, за это лайк, подписка на колокольчиком, комментарий сразу же. За такой скилл прям однозначно. Это, ребятушки, матчмейкинг. Так, пытаемся врываться. Врываемся, мужики, врываемся. Так, линчик.
Ё-моё, ещё, сзади, сзади. Нет! Ну, Стёмки с дробовика! Вторая смерть. Ну ладно, чуваки, пойдемте покупать брелкопаки. Уже косарь на это трачу, ё-моё. Ого-го! Ох, шить дробовики, конечно, ребятушки. Ну что, ладненько, ладненько, ладно. Челлендж, так, челлендж, погнали. Еще покупаю, открываю и смотрим, что же мне сейчас выпадет. Ну, пожалуйста! Ну, какой метеор? Ну, хотя бы эпик бы дал. Ну, с дробовика же убили, ну, не считается же, да. Но дал бы мне эпик. Ладно, хрен с ним. Чарм, метеор, рарка. Окей. Интересно, сколько я дальше буду тратить голды. Так, я пойду сейчас рашить. Раши, мужики! Нормально, хорошо, хорошо, хорошо. Нормально, я собран на самом деле. Я не ору, как маленькая девочка. Я же не маленькая девочка. Я собран, максимально собран, ё-моё. А, сзади! Ну мы выиграли, нормально, все, 1500 голды улетает, третий брелкопак, погнали. О, боже мой, ну это был такой просто изичный килл, который я не забрал. Ну что, ладненько, покупаем еще и еще открываем Хэллоуин 2020, пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Ну да, да, эпик, эпик. О, спасибо большое за эпик, классно. Кранч. Прекрасненько. Ну что, ребятушки, там полкаточки мы уже прошли. Давайте смотреть, что меня ждет дальше. А, лох какой! А, боже, лох, нет! Это, подожди, это четвертый брелкопак. Это что? Это сколько голды? 2000 голды трачу. Погнали покупать брелкопак и открывать его. Окей, окей, умер как лох. Я знаю, да, умер как лошара. Понимаю, поэтому, ну все, как бы это наказание, как бы покупаем чарм. И давайте открываем. Ну что? Ну и давай. Ну, я понимаю, даже рарка. Ну хрен с этим. О! Ого, подождите, пацаны, фартит. Вот сейчас и велечки фартит, ребятушки. Ну что, идемте смотрим, смотреть дальше, что будет дальше. Да! Найс, прострелил. Все, полетели забирать тут же. Что в смысле вас там за... Лол. Все, понимаю, не осуждаю. Нифига, пол тима просто выкосили. Куда вы там выкашиваете? Куда? Меня убили. Ромасик засопортил. Красавчик. Ну что, пойдем еще брелкопак и открывать. Да, погнали. Спасибо Ромасику, который затащил этот раунд, но, к сожалению, я погиб. А значит, я покупаю брелкопак, значит, я его открываю. Ну что, ну да... А, там пролетело! Пожалуйста, остановись. О, пацаны, фартит, фартит, прекрасно! Хорошо, все. Минус рарки, плюс эпики, это уже супер-мега-класс. Ух, чуваки, кажется, сейчас будет просто жаришка. Ой, жаришка, давай смотреть, что будет дальше. Итак, раунд за команду контртеррористов, за команду спецназа. Полетели, все. Юспик со мной, броня со мной, полетели, как говорится, полетели. Но сейчас нужно тоже будет агрессивненько играть, потому что как бы нам осталось всего лишь 2 раунда вытащить, и все будет вообще по красоте. Так, здесь не хочу. Вот хочу через Тёмочку, да, натуре. Ля, ты куда ты стреляешь, дядя? Ты. Дяденька, что, дурачок, что ли? Дяденька, ты что, дурачок? Ты можешь Дженни здесь аккуратнее, пожалуйста, с ним. Так, что-то как-то опасно слишком. Залетаем, 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 залетаем. Найс, 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 найс. Где еще? Ага, сзади, 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 сзади. Сюда, молодой, сюда, молодой, давай. Молодой, сюда. Забрал, отлично, все, так найн мой. Теперь это мой так найн, понимаешь, брат? Хорошо, один последний остался, видел его. Хорошо, зарезал, красавчик. Отлично. Все, прям супер, последний раунд. Let's go. Мужик, мужик, что ты делаешь, мужик? Зачем, мужик? Иди играть, мужик. Да, мужик, ты меня подставил, мужик. Да зачем, сколько я раз умер? Я шестой раз умер. Так, 6 на 5. А это сколько, это так. Не, ну, ребятушки, ну это подстава. Меня подставили, блин, ну. Ну, челлендж так челлендж, ну хорошо. Ну, вы видели, там вообще это подстава. Меня просто отвлекли, меня реально отвлекли. Ладно, покупаем, давайте дальше открываем. Ну, давай, как бы, Хэллоуин Чарм, договоримся же. Да, да, Веля. Ой, спасибо за метлу хотя. Боже мой, если бы черепок, это было бы вообще ужас. Вообще ужас был бы. Так, что у нас-то дальше будет? Победа, победа, после обеда, победа. Ну и что там, сколько раз? 6 раз умер, по-моему. Да вообще, как нефиг делать. 15-6, прекрасно, выиграли 10-1. Прекрасненько. Ребяшки, спасибо большое за просмотр. Не забываем, как бы, лайкосик огромный. Подписку на канал с колокольчиком, плюс комментарий. Ну что, у микрофона был Веля. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока, ребята!
Ибл-ман, 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 Ибл-ман.